Это место пользуется спросом, но практически все покупатели не захотели попадать в объектив нашей камеры. Лишь эта девушка не стесняется сказать, что одевается в секонд-хенде. Среди тонны вещей, которые так и не нашли, либо потеряли хозяев, ее глаза находят Versace, Tommy Hilfiger и Lacoste. Одежда этих брендов стоит десятки тысяч рублей. Правда, не здесь. Для Даши Грузинской секонд-хенд – это увлечение, которое сегодня даже приносит деньги. Ты знаешь, у меня уже настолько намётан глаз на ткань, что мне ее трогать не надо. Чтобы найти эксклюзивную вещь, Даша может потратить весь день. После каждую находку публикуют на страничке в Инстаграм. Там ее находит новая хозяйка, к слову, не обязательно из Барнаула. Посылки с платьем, пиджаком и костюмом «Тройка» Даша отправляет в Москву, Севастополь и Южно-Сахалинск. Спусковым крючком стал карантин, потому что когда нас закрыли, мы все сели дома, я начала перебирать свои шкафы и нашла кучу вещей, привезенных из разных стран. И поняла, почему бы ими не поделиться с обществом. Вот, и создала страницу в Инстаграме, стала продвигать и пошло-поехало. Более 20 лет в России, около 80 лет в Англии. Секонд-хенд все так же помогает экономить деньги, а сегодня еще и сберечь экологию. Например, вторую жизнь – это юбки можно подарить как купив, так и отдав ее. Принести свои вещи можно в Русфонд. Здесь их бесплатно передадут нуждающимся. Например, в семье Ободовых 6 детей, 4 из них идут в школу. Чтобы собрать каждого, средств не хватает. Когда заболели коронавирусом, муж перестал работать, я сижу в декрете с 6-м ребенком, и не хватать стало денег. И обратились сюда, здесь нам 8 лет уже помогают продуктами, вещами. Вот это сопка. А почему она тебе нравится? Потому что они с косичками вот эти. Эти блузы и юбки приглянулись Лейле и Аише. Девочки будут выглядеть опрятно, а природа останется чище. Экофрендли Даша Грузинская и другие активисты уверены, что именно в этом цель секонд-хенда. Покупать то, что нужно, и пользоваться этим как можно дольше. Анастасия Наборочкова, Александр Лизератов. День с толком.